Многие видели, что у меня есть предзаказ нового дополнения, но как? Если купить сейчас, ничего в батлнете невозможно. Все просто, телеграм-канал «Твоя мегакарта», автор живет в США, поэтому имеет возможность продавать нуждающимся такие штуки через него. Оплата у него на карту российского банка, так что танцев с бубнами не будет. Ссылочку на телеграм-канал «Твоя мегакарта», включая канал с отзывами, оставлю в описании. Я придумал стратегию, как выиграть, сидя полностью на первой таверне. Я думаю, вы понимаете, да? Привет, стрим сегодня будет? Нет. Сегодня будет только порно. С твоей попой. Данте играл в Херсон? Нет, я играл только в Херкамень. Слушай анекдот. Звонит по телефону грузин брату и говорит: «Гиви, у нас вчера произошло несчастье. Наш отец полез на дерево собирать яблоки. И произошло страшное. Он упал с этой чертовой яблони. В общем, Гиви, мы потеряли отца». Длительное молчание с обоих концов проводов. И тут Гиви, сообразив, говорит: «Слушай, Вахтанг, а по дереву мы смотрели?» Стратегия, как победить, сидя полностью на первой таверне. У меня уже было 3 эксперимента. Через этих девочек я однажды даже выиграл. Но я не сидел полностью на первой таверне. А сейчас все возможно. Кто мне тут нужен? Бомба сильнее всего, мне кажется. В моменте бомба сильнее. Монетку отставляем, чтобы официантки накапало на чаевые. Привет, Тома, только с завода сижу, пью пиво, смотрю, как картонки тыкаются. Смотри, смотри, ты будешь свидетелем лютейшего аниме. Первая в истории выигрышная стратегия на первой таверне. Для меня еще никто такого не делал. В этой мете. Ой, моя ты пучеглазая. Хорошо, хорошо. План следующий. Я живу до тех пор, пока противники начнут выставлять себе крутую стратегию. И я потом ее ворую и на ней довыигрываю. А? Да! Фулл первая таверна. Что мне можно добавить? План А. Атиса и Наги. План Б. Смазка. И план С — какие-нибудь звери, типа змеюки и волка. План Д — через утро как-то похихикать. Посмотрим. Атиса-киса. Именно так. Можно возобновляемого духа взять здесь, чтобы увеличить шанс поиска официанток. Это мне поможет жить. Можно какой-нибудь официантке хпшку поменять, чтобы она больше атаки давала. Возьмем это на будущее. Вот так вот. И посидим. Если сегодня стрима не будет, то приходи завтра и не опаздывай, то начнем без тебя. Если займешь топ-1, то я съем твоего брата. Приятного аппетита, получается. Короче, я вор. Я вор. Разработана новая стратегия без проигрыша. Как думаете, дойду до 10 побед без проигрыша? Я, по-моему, доходил до 9 на Рагнаросе под такой стратегией. Нормально, сохраняем. 3 золотых официантки, в принципе, сделают мне 70% дела. То есть это 100% будет топ-4. Так, ну воровать у него нечего. Конечно, можно 7-4 своровать. Не, я думаю, я буду продолжать давить свою позицию ниндзя. Но это триплет. Откуда я родом? Я из города Бомжский. Ой, Волжский. Я из Волжского, ребят. Так, ну я с ним уже сражался. И до сих пор я его овер выигрываю. Ну это интересно. 3 официантки готовы. Ну ладно, сейчас посмотрим. Найс. И это какая будет победа? Это уже будет 8-я победа подряд. Квадрон золотых официанток прибыл. Как же хорошо, что я этому чуваку всего 2 урона нашел. Он такой: 8 хп, проиграю, погибну. Но нет, там демоны, там демоны. Демоны, так что, возможно, заклинатель гнева подойдет. Давай попробуем его собрать. Все, официанток мне уже достаточно. Официанток уже слишком много. Место оставил. Демоны, ворую демонов. Теперь я проиграл. Но зато... Теперь у меня есть выход в дальше. Теперь у меня есть выход в дальше. У меня есть выход в дальше. И я буду хавать. Причем мне не страшно это, потому что
Я буду хавать стол противника. Я проиграл на 8 серии из 8 подряд. Теперь у меня есть выход демонов. Теперь мне нужно понять, кого мне схавать. Я это беру точно? Это беру точно. Я могу, в принципе, этого схавать. Но бабл было бы прикольно иметь. Блин, я профукал момент, ну ладно. Он не похавал чуть-чуть. Ладно, мелочь. Мелочь. Я профукал момент, но... Просто мне надо было что-то продать. Королева то, что нам надо. Да, королева прикольная тема. Возможно, я поторопился с этой штукой. Да, я поторопился с... Хотя нет, подожди. Положи мой носок на место. Бес хавающий, это прикольно. Неужели мне продать уже официантку? Наверное, да. Я ставлю монетки. Да, вот профукал тогда момент. Профукал момент небольшой. Пойдет. Похавали. Мы с вами похавали. Класс. Нормально, нормально, нормально. Еще и бабл получила. Если я его выбью, это вообще будет прикольно. Потеет на все 46 IQ. Не, я не 146 IQ вспотел, потому что... О, неприятные. Да? Потому что если бы я вспотел на 146 IQ, я бы, ну, монетки не профукал. А так я профукал монетки. Но у него там есть Нага Баблерша. Короче, надеюсь на такой прикол. Страшно! У него синергия, конечно... Ну ладно, топ-1 я тут уже не займу, но... Топ-2 может быть. 2 может быть спокойно. Блин, удар плохой. Я мог шестерку разбить любую, а попал... И не разбил. Плохо. Максимизируем, да? Надо сделать так, чтобы у меня было 1 хп. Так, ну двоих он не сожрет. Нужен триплет этого, наверное, давать, да? Если я выставлю, то он может схавать этого триплетом. Поэтому мы делаем вот так вот. Я выставляю вот так вот. Продаю. Выставляю. И отсюда баблерша в идеале. Баблерша. И бабл надо выдать. Но бабл яд было бы, конечно, прикольно. А что, если бабл он сам зароляет? Ладно, не буду рисковать. Сделаем вот так вот. И как-то так. И он схавает трех существ. Главное, чтобы схавал вот этого, вот этого и вот этого. Конечно, прикольно было бы на будущее взять этого, чтобы был триплет, но... Тут осталось, во-первых, две драки, во-вторых, если я еще раз попадаю с ним, я тут же проиграю. Короче, план такой, чтобы сейчас выиграть. Я даже дектрекер отрублю, чтобы у вас была интрига. Хороших существ схавал. Так. Провокатора дал. Хороший пробав. Пойдет. Правда, расширение на Твиче-то я не выключил. Найс интригу дал. Да? Найс отрубил. Ладно, ладно. Все равно победа. Главное его сейчас выбить. Главное это его сейчас выбить. Но я его в любом случае убиваю, если хотя бы один выживает. Фух.
Хорошо, это уже топ-3. Если он сейчас разобьет этого, это будет топ-2. И топ-2, я считаю, победа. Да! Чуваки, вы понимаете, что я на первой таверне взял топ-2. И еще есть какой-то микрошанс, что я его выиграю сейчас. Микрошанс, но есть. Лероя купить? Ну, кстати, да, я могу Лероя купить. Так. Вместо кого? Так, Баблер, да, там есть? Два Лероя там? Там два Лероя? Да, там два Лероя. Куда он бафает? Ладно, короче, у меня аж микрофон отрубился, все от этого. Ладно, это было эпично в любом случае. У меня аж микрофон отключился от этой дичи. Короче, это бред лютейший.